Шалом, самый высокий Бог и Христос благословит вас. Сегодня у нас новая тема. Сегодня тема – Новый год. Еще раз, сегодня тема – это Новый год. Все народы сегодня отмечают, не все, почти все, сегодня отмечают этот праздник в 1 января. Но в Библии наш Бог, израильский Бог, сказал, когда этот праздник начинается, когда мы можем это отмечать. Не в 1 января, только в сезон весной. Только в весной. Где-то между конец марта до первой недели в апреле. Это когда мы отмечаем этот праздник. Когда мы отмечаем этот праздник, мы поклоняем другой Бог. Потому что вот это идол, не Бог, идол, римский идол, произошел от имени января. Этот идол называется Янус. Вот это имя произошел в январе. Хорошо. Сейчас мы открываем книга Исход, глава 20, стих 3. Не будет у тебя других богов перед лицом моим. Еще раз. Не будет у тебя других богов перед лицом моим. Что это значит? У нас только один Бог, а только Его закон мы будем делать. Мы будем соблюдать только Его законы или заповеди. И только сделать, что Он сказал. Остальные люди у нас другие боги или идолы. Но наш Бог, Он не идол. Он очень высокий. Поэтому мы называем его самый высокий Бог. Он очень великий Бог. А у нас только один Бог, только Он, который мы читаем в Библии. Когда мы отмечаем это 1 января или Новый год, остальные люди, как сказать, Новый год или язычников, 1 января. Когда мы отмечаем остальные народы праздник, мы поклоняем другой Бог, это идол. Поэтому он сказал здесь, у тебя не будет других богов перед лицом моим, потому что другие люди, Бог, это что? Я уже сказал раньше. Сейчас мы открываем книгу Саатил или Псалм, глава 96, стих 5. Ибо все боги народов идоли. Еще раз, ибо все боги народов идоли. Сейчас мы открываем книгу Иеремии, глава 10, стих 1. Здесь наш Бог заповедал нас, никогда не сделает, что остальные люди сделают. Еще раз, он здесь сказал, никогда сделайте, что остальные люди делают. Книга пророк Иеремия, глава 10, стих 1. Слушайте слова, которые Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путем другие народы. Еще раз, еще раз. Не учитесь путем другие народы. Никогда не сделайте, что остальные люди сделают. Если это не против его закон, да, вы можете делать. Но отмечать это Новый год в 1 января нельзя. Мы, израильские люди, должны отмечать
это праздник в весной. Когда он сказал, об этом мы будем читать от Библии потом. Как мы можем узнать первый день в весной, когда мы можем отмечать это праздник. Еще раз. Книга Иеремии, глава 10, стих 2. Так говорит Господь, не учитесь путями другие народы. Стих 3. Ибо устави народов пустота. Ибо обещаю люди напрасны. Обещаю остальные люди это напрасны, это пустота, это ничего. Когда еще раз мы отмечаем этот праздник с остальными людьми, это мерзость. Это неправильно. Если вы любите Бога, вы должны делать, что Он сказал. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.